Всероссийская перепись населения пройдет в стране с 15 октября по 14 ноября. Жителям предстоит ответить в свободной форме на 33 вопроса. Сделать это можно на участке, на дому, в МФЦ или при помощи портала государственных услуг. Проводить подомовой опрос будут переписчики, которые должны быть одеты в синие жилеты с официальным логотипом переписи и светоотражающими элементами, и шарфы с символикой всероссийской переписи. Обязательно наличие фирменной сумки с логотипом Росстат, удостоверение с официальной печатью, голограммой и подписью руководителя Росстата, а также паспорта, напомнил руководитель муниципалитета Андрей Иванов. Глава подчеркнул, что переписчик должен заходить в дом только в защитной маске и перчатках.